Как доложил начальник отдела сельского хозяйства Андрей Шевченко, валовое производство зерна в 2017 году составило почти 54 тысячи тонн, а средняя урожайность – порядка 45 центнеров с гектара. По остальным показателям анапские аграрии также дали высокие результаты. Урожайность озимого ячменя 52 центнера и 9 десятых, а озимой пшеницы 51,4 центнера с гектара. Валовое производство озимой пшеницы составило 41 400 тонны. Урожайность озимого ячменя, ну, по нашему самому, точнее по анапо-таманской зоне, по нашей, самая высокая. О развитии сельского хозяйства на конкретных примерах. После доклада депутаты отправились в сельские округа. Станица Анапская подходит к завершению строительства современного фруктохранилища. Сейчас здесь идут косметические работы. Эта база позволит круглый год обеспечивать жителей и гостей курорта свежими фруктами. Фруктохранилище еще не полностью закончено строительство. Там ведутся работы, приобретается оборудование, ведется его монтаж. Данное фруктохранилище, ну, оно предназначена для хранения фруктов, те, которые будут выращиваться в хозяйстве ЗАО ПХ «Анапа». Единовременная закладка, мощность этого фруктохранилища рассчитана на 2300 тонн единовременной закладки. Это наш инвестиционный проект, который был заключен в Сочи на инвестиционном форуме. Затем депутаты отправились в поле, чтобы воочию посмотреть, как идет работа по севу озимых в станице Гастагайской. Агрофирма «Гастагай» находится на втором месте после ЗАО ОПХ «Анапа» по уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур. «Анапа» в 2017 году те планы, которые были перед городом, выполнила успешно. Но есть небольшое отставание по уровню 2016 года. 2016 год был более урожайный. Ну, на сегодняшний день в городе, в управлении сельского хозяйства, нашим комитетом, отдельными руководителями уже было проведено совещание, и каждому из них было доведено, какие наши недостатки были, и все сейчас учитываем для того, чтобы урожай 2018 года, сейчас идет посевная, что был намного выше, чем урожай 2017 года. Сейчас на полях Анапы полным ходом идет посадка озимых. Всего аграрии планируют провести сев на территории более 10 тысяч гектаров.